Are you here, guys? Wow. Look how big his boat is. It still can float and sink. Are you making boat? Hey, Susie, I'm making like little guns on my boat. But most of it's going to be towards the inside. Вот с утра пораньше. Здесь играют у нас, строят. И потом они в бассейне пускают своих корабликов из Лего. Вот они, кораблики из Лего. Чирик-чирик. Каждое утро поют песенки или разговаривают. Всем доброе утро, у кого утро. Добрый вечер, у кого вечер. А у меня утро, 10 часов утра почти. И сейчас я еду за старшим сыном на тэквондо. Сегодня суббота, но у них занятия с 9 до 10.30. И, в принципе, ребенок, если хочет, может прийти, хочет не прийти. Это его выбор. Не обязательно. Но мой старший сын очень захотел пойти. Вот он начал только эту неделю заниматься. И прям вот каждый день не хочет пропускать пока. Ну, пока возможность есть, школы нету, конечно же, пусть ходит. А потом и у него другие будут занятия, другой спорт. Он еще ходит на плавание, сейчас пока у него перерыв, потому что, ну, месяц перерыв у них, как, сезон закончился, плавание у них по сезонам. А, допустим, в конце августа начнется плавание, и будет сезон, это осень-зима. Потом опять перерыв, где-то месяц, и следующий сезон будет весна-лето. Вот такое у них плавание, по сезонам они считают. А младший не захотел. Он вот играет с друзьями там в Лего на улице. Вот такие вот дела. Старшему сказала, что давай, может, сегодня не пойдем, не хочется. Я сидела как раз, завтракала в этот момент. Уже было время выходить. Он сказал, нет, хочу на тэквондо сегодня. Я говорю, ну давай, может быть, нет. Он говорит, нет, хочу пойти. Я, ну ладно. Я говорю, очень хочешь? Он говорит, да. Ну давай. Быстренько собралась и вышли. И к 9 утра я его привезла, а потом обратно домой поехала. А нам 10 минут ехать до этого места. Думала, в субботу в 9 часов утра, наверное, никого не будет. А? Сейчас смотрю, приехала, вон машины стоят. Сейчас посмотрим, сколько человек там. Сегодня у нас сильная жара, прям душняк. Так, я иду продолжать красить вот с краской. Так, собирается достать Лего. Я уже сейчас покрасила. Это у нас вторая баночка. Одна уже заканчивается. Теперь скоро буду открывать вторую. Так, я покрасила сейчас вот эту часть. Покрасила. И вот эту часть. Так что
Третий день. Красим детскую площадку. И вот эту часть я покрасила сейчас. На стульчик стою и крашу наверху. И дальше буду продолжать вот здесь красить, вот эту часть. Вот и Самат пришел помогать. Третий день красит. Помогает, молодец. Наверху стоит. Вот так наверху. Сверху так хорошо все видно. И соседей видно. Что соседи делают, вон там копают. Они нас видят, мы их видим. Все друг друга здесь видят, потому что у нас нету таких заборов. У нас сетчатые ограждения. Так. Все видно. Вот такое небо. Сегодня очень-очень жарко. Сейчас чуть-чуть более-менее стал ветерок. Уже 4 часа дня. А до этого было, ох, вообще жарко. Good job. Молодец, Самат. Самат, say hi. Say hi. Say hi. Так, уже практически заканчиваем. Еще чуть-чуть осталось. Докрасить. И все. И вот здесь крышу с этой стороны.